Сегодня я буду смотреть на тупые отзывы Google Play. У меня второй день при заходе в любой режим выбивает ошибку 5-2-9. Я уже 5 раз удалял и скачивал 2 доп. А аккаунт от создал и на них то же самое. Не могу зайти ни в один режим. За акция, браво! Просто так! Го, полная! Что с хомаксом? Я не могу поменять кожу в алтаре, отсадка звездочка! Игра сама норм, но баги это 1-2, верните режим Monsters TD. Я живу в Тюмени, у меня ошибка от циклической работы. Какой хомакучий жрет и над 50 тонн? Что за приложение такое? Лечу какие-то неполадки в Roblox. Не могу жать любую игру в Roblox. Я, пожалуйста, почините приложение! Ужас! Крутая игра, самая лучшая. Только странно, почему одна звезда? Чё такое? Меня не заходит во все режимы! Этот хороший, но не заходит! Мне такой нишен, но мне понравилось их очень круто, если бы все игры даст есть! Здравствуйте, разработчики! Мне не нравится эта игра! Я скачал ее 3 месяца назад! И она не работает, если ухожу на какую-то игру, чтобы разбиться! Нет, она все время дает какую-то статью! 5-2-3, это уши! Просто ужасные игры! Не советую, когда выбираешь маринет, но там предлагают купить тики за 5000! Пиши этот отзыв и... Ну, говори это всем, кто играет в эту игру, ну и саму же Роблоксу! Как вернуть аккаунт? Во-первых, во-вторых, раз я оскорбляю, я написал это! Здравствуйте, один минус! Приложение скачивало, очень часто надо обновлять, так что это некрасиво! Ну, вообще-то, когда-то обновления должны были быть красивыми, по-вашему? Или что это, блядь? Я не понимаю женскую логику. Я пукну! Игра крутая, но мне лень ставить 5 звезд. Теперь мы поняли, почему школьники пишут тупые отзывы. Потому что они ленивые. Это так.